Мої вітання, з вами Василь Звєрєв і програма «Життєві історії». Один з найвідоміших баскетболістів сучасності, Майкл Джордан, стверджує, іноді щось може йти не так, як хотілося б, але це не привід зупинятися. Сьогодні у програмі срібний і бронзовий призер паралімпійських ігор з біатлону Анатолій Ковалевський. Анатолій, якщо я зараз попрошу тебе буквально кількома реченнями розповісти про себе, що б ти у першу чергу про себе сказав? Ну, що я дуже упрямий, цілеустремлений, ну і просто спортсмен. А скажи мені, будь ласка, звідки оця твоя цілеспрямованість? Вона ще з дитинства? Наверное, ні, це виробилось, починаючи з того моменту, як почав займатися спортом, тому що спорт дав той толчок, який начал развивать это качество во мне, потому что когда я начинал тренироваться, было поначалу очень тяжело, усталость была, и все равно надо было себя перебороть, идти опять на тренировку, потому что хотел, ну, выступать, попасть в сборную, команду, чтобы выступать на высшем уровне, то есть к этому стремился, и так оно выработалось. Римский поэт-сатирик Ювенал колись писал: «Дитинству слід надавати найбільшу повагу». Ну, у меня было обычное детство, как у любого ребенка, который не выделялся из общей массы, можно так сказать. Учился в школе, в принципе, неплохо. В семье я один. Мой папа очень меня все время поддерживал в любом, чем я не пробовал заниматься. Но вообще я хотел попробовать себя в IT-технологиях, как бы, потому что я любил компьютеры, там, телефоны разбирать, собирать их. Но так как плохое зрение, то, ну, не пошло дальше у меня как профессия. Поэтому начал себя искать в чем-то другом. В 2008-м, когда еще учился в школе, это мне было 16 лет, получилось так, что попал в спорт, решил себя попробовать. А что стало тем стимулом, який тебя привел до спорта? А я в школе все время, даже вот когда были там какие-то уроки, там учителя нету, я все время бегал в спортзал, там поиграть мячом со всеми. И так я, ну, как бы все свое свободное время в школе, как бы, проводил в спортзале. И потом случайно пришли тренера к нам в школу и предложили там пройти в школе отбор первоначальный, там, кто больше пробежит быстрее, кто больше отожмется. И как бы я среди школы был в хорошем уровне на то время для школы и решил попробовать себя в спорте. Яким чином ты обрав саме біатлон? Чому біатлон? А біатлон получилось уже, ну, потом, позже. То есть я начинал просто только лыжи, потому что у меня тренер в Киеве, который мной занимался, Глухих Анна Юрьевна и Олейник Виктория Николаевна, они тренера по лыжным гонкам среди дефолимпийских команд. И то есть, ну, у них биатлона нету. И как бы у меня поначалу не было биатлона вообще. То есть у тебя спочатку была лыжная подготовка? Да, лыжная подготовка. А потом, когда я уже попадал в сборную, я там уже начал пробовать себя в биатлоне. Ти є членом паралімпійської збірної України, і в тебе є там певні проблеми із здоров'ям. Наскільки я розумію, це вади із зором. Ну, у мене з народження проблеми зі зренням, як би це передалось по наслідству від мами. І ця травма неізлічима, тобто з нею я живу всю життя. Тим не менш, це тобі не заважає стріляти? Так, коли ми, ну, попадав в збірну, попав, у нас, виходить, стрільба намного, ну, вообще всем отличается от здорового вида спорта. Потому что мы стреляем лазером и в наушниках, то есть на звук. То есть у нас, ну, лазерные винтовки с наушниками. То есть, ну, технологии такие вот. Что зрение не нужно, нужен хороший слух и слушать, чувствовать и стрелять. Слухом у тебя все в порядке. Да. А скажи мне, пожалуйста, что тебе на дистанции дается важче? Бег чи стрельба? Ну, в биатлоне тоже надо правильно бежать, так как если будешь бежать как лыжную гонку, это не то, потому что нужно на рубеж подходить на определенном пульсе, ну, который ты отрабатываешь годами на тренировке, потому что если подойдешь сильно быстро, то можно задохнуться на рубеже и настрелять очень много. Как говорят в биатлоне, застрелиться. От ти кажеш, в тебе поганий зір, але в тебе хороший слух. Ти ж чуєш, коли підходиш до рубежу, як вболівальники кричать, як ці якісь дудки лунають і так далі. Ти ж все це чуєш. В тебе немає того хвилювання? Вони тебе не збивають із ритму, із настрою на цю гонку, на цю стрільбу? Ні, коли біжиш, ти абсолютно ні про що не думаєш, нікого не слышиш, слушаєш тільки себе
И если где-то кто-то орет с тренеров, там подсказки какие-то, только их слушаешь и все. То есть, а на остальное, как бы, ну, пока идет гонка, старайся вообще не отвлекаться, не обращать внимания, потому что это, ну, лишние факторы, которые будут отвлекать во время проведения соревнований, и це буде тільки хуже мені. Я зараз можу зробити висновок, що ти людина, яка досить стійка психологічно, так? Ну, наверное, да. Тобто ти перед стартами взагалі не хвилюєшся? Ні, хвилювання є завжди. І не прямо перед стартами, а от, наприклад, коли йдуть паралімпійські ігри там, або чемпіонат світу. Хвилювання вже починається за неділю, там, до соревновань вже починаєш думати, як правильно підійти, що тобі потрібно, що не потрібно. В таком вот плане. Так что, ну, прямо перед стартом старайся уже волнение, как бы, чтобы у тебя не было, потому что тебе гонку бежать нужно свежим, с хорошими мыслями и быть настроенным. А если у тебя есть такое хвилювання перед стартом, каким чином ты с ним борешься? Что тебе помогает справиться с этим хвилюванням? Я стараюсь перед соревнованиями уделять много времени разминке, то есть бегать. Это отвлекает от того, что ты будешь просто сидеть и мысли себе накручивать в голове. То есть я провожу активно свой день перед соревнованиями, чтобы не забивать голову всякими мыслями. Ты є учасником, якщо не помиляюся, двох паралімпіад, так? Да. Срібло і бронза у твоїй копілочці є. Так. Про золото ти ж, мабуть, мрієш чи ні? Ну, я як... Любой спортсмен, достигший какого-то определенного уровня, стремится ставать еще лучше и лучше. Так что серебро, бронза есть. Будем стремиться теперь к золоту. А скажи, будь ласка, наскільки багато у тебе от, є реальних конкурентів, які в змозі боротися за найвищі місця? Ну, конкуренція очень высокая сейчас в мире. От, когда я начинал, такой не было, как сейчас. У нас даже в команде своей, среди своих, конкуренция большая сейчас. То есть, ну, много людей сейчас пошли в паралімпійський спорт. А якщо говорити про закордонних спортсменів, то яка країна найбільш конкурентоспроможна? Ну, це, наверное, ні для кого не секрет, це Росія, яка зараз виступала під нейтральним флагом. То есть у неї спортсмени дуже сильні, ну, правда, у них же ж допінгові скандали, як всі, ну, знають. Так що от з ними приходиться боротися. Потім далі, ну, Франція неплохая. Норвежцы есть, Канада очень хорошая команда у них. Ну, то есть конкуренция по миру есть. Ты зараз згадав про допінгові скандали. А скажи мені, будь ласка, серед паралімпійців бувають випадки вживання допінгу? Да, от как раз русские такие и попадались. У меня был такой случай, это был 16-й год, этапы Кубка мира в Германии проходили, в Финстерау. И тогда я был вторым, россиянин был первый. И у него нашли допинг. И его как бы дисквалифицировали до конца сезона, но мне как бы никто ни медаль, ничего не отдал. И вот сейчас он дальше, ну, продолжает бегать. Ну, правда, его сейчас не было на Паралімпіаді, но на этапах перед Паралімпіадою он был. А чому так? Бо я знаю, що коли вляпалися у скандал олімпійці російські, то ці медалі були віддані тим, хто за ними йшов на п'єдесталі. Ну да, я вот, ну я не знаю, как бы я просто спортсмен, я, ну, не нахожусь в руководстве там IPC, который этим занимается. То есть это их решение было так. То есть мне медаль как бы за то, что я был вторым, первым мне никто не дал. Another five for Kovalevsky. Якщо говорити взагалі про біатлоністів, чим вони принципово відрізняються від решти спортсменів? Біатлон – це якби два види спорту в одному, виходить. Тобто, треба совміщати одне з другим, щоб був результат. Як зазвичай проходить твій тренувальний процес, твій звичайний тренувальний день? Ну, це, як завжди, у будь-якого спортсмена є свій режим. То есть ты утром просыпаешься, делаешь зарядку минут 30-40, потом у тебя идет завтрак, потом я выхожу на тренировку в 10 утра примерно, и около 2 часов у меня идет первая тренировка. Потом в обед отдых, так как ты утром устал,
то в обед отдыхаешь, и вечером в 4-4.30 выходишь на вторую тренировку, опять тренируешься, то есть две тренировки в день выходят. Ну, в общем, часа 4-4.5 ты уделяешь в день на тренировки. А якщо немає снігу і так далі, як ти тренуєшся? Ну, я бігаю кроси, катаюсь на лижа-ролерах. Ну, то есть держим форму любым способом, занимаемся в зале, силовая подготовка тоже много чего дает. Скажи мне, будь ласка, вот ты можешь сказать, что ты так по-справжнему любишь биатлон? Наверное, люблю. Если бы не любил, вряд ли получалось бы. Если бы не любил, уделял бы меньше времени этому. А так, уделяю много времени, то есть, ну, работаю над этим. Так что думаю, что люблю. Ну, мне вот нравится вот эта работа на рубеже. То есть, когда бежишь на лыжах, то есть, ну, там секунду, две, три, пять можно выиграть там или проиграть. А вот все заключается на рубеже. То есть, вот после каждого рубежа, то есть, меняется лидер постоянно, потому что, ну, кто-то промазал, кто-то попал. То есть, ну, вот такой вот идет борьба. На сегодняшний день ты все же таки больше биатлонист, ніж лыжник, правильно? Да, да. Вот. А ты же починав з лыж. В лыжных перегонах ты чому не береш участь? Ну, я беру просто, что... Там успехи не такие, да? Да, не такие успехи идут. Тоже участвую, как бы, для поддержания формы. То есть, ну, у нас как бы проходят этапы и соревнования, то есть и лыжи, и биатлон, то есть сразу в паралимпийцев. То есть это как, ну, один этап проходит. Так что бегаем и лыжи, и биатлон. Просто чтобы биатлон получается намного лучше. Легендарный норвежский биатлонист Бьорн Дален якось розповідає історію про те, що він перед одним зі стартів, а з'їв два пакети чіпсів, випив коли і виграв ту гонку, взяв золоту медаль. Чи є у тебе якісь дієти, чи якийсь режим харчування? Режим є, то есть я придерживаюсь його, я стараюсь там до крупних соревнований за 2-3 місяці вже стараться не кушати там жирного, не пити газировок різних. Ті ж чіпси я взагалі, ну, не употребляю, тому що воно на печень дає, потім біжати тяжело. Да, это есть. Ты говоришь, что я не ем чипсы, бо на печинку даю. Расскажи про це Бьорн Дален. Не, ну пока еще мы не доросли до уровня Бьорн Далена, так что... Це були, напевно, мої надможливості. Давно такого не відчував, але це коштувало того, щоб це відчути. Дуже важко. Виклався на 120%, напевно. Анатолій Ковалевський – український біатлоніст і лижник. Заслужений майстер спорту України. Срібний і бронзовий призер паралімпійських ігор з біатлону. Діючий чемпіон світу. Багаторазовий призер світових чемпіонатів і кубків світу. Наскільки довго ти можеш обходитися без біатлону? Не знаю, наверное, час, місяць-два. Отдохну після паралімпіади і буду приступати опять к тренировкам. Больше не выдержу, наверное. А кто я твоим наибольш палким вболівальником? Ну, наверное, это мои родители, жена. А что они тебе бажают, говорят перед стартом? Ну, мне жена, я с ней общаюсь каждый день по интернету. Она мне постоянно пишет, переживает вместе со мной. То есть всегда поддерживает. Даже когда неудачные гонки, всегда поддерживает меня. Вот поэтому стараемся выступать на следующий день все лучше и лучше. То есть не опускать руки, голову и работать дальше. У твоей коллекции есть достаточно много медалей разного гатунку. А скажи мне, будь ласка, какая из этих медалей для тебя есть найдорожчою? Ну, как для любого спортсмена, это медали с Паралимпиады. Они самые запоминающиеся на всю жизнь. А из перегонов, которые были у твоей карьере, есть те, которые запоминались найбільше? Да, вот я много каких гонки помню, с чемпионата мира помню, свою первую медаль, которую я выиграл. А как была первая медаль завоевана? Ну, это был 2011 год, чемпионат мира в Ханты-Мансийску, биатлонная гонка. В первый день соревнований так вышло, что взяли золото. Ну, это заслуга и тренеров, конечно, потому что я тогда только начинал, то есть ничего толком еще не знал. Просто справился со стрельбой лучше всех тогда и выиграл. И вот это вот осталось у меня в голове до сих пор, то есть я это помню. Вот второй чемпионат мира уже не так помнится, как первый. А какие еще перегоны ты запомнил? Ну, конечно же, это в Сочи, 2014 год, на Паралимпиаде. Гонка на 15 километров биатлон. Запомнилось тем, что это была уже
третья гонка по счету по биатлону, то есть последняя. То есть это был мой уже, можно сказать, последний шанс на прошлой Паралимпиаде что-то взять, себя показать. И пришлось собраться там с мыслями, духом, и показать результат. Anatoly Kovalevsky finished sixth in the 7.5K. That's a much better result for him. He picks up a second place. Я знаю, що збірна Норвегії з біатлону, чоловіча збірна Норвегії, їздить на змагання зі своїми пилососами. Скажи мені, будь ласка, що на змагання зазвичай возиш ти? Я? Ну, не знаю, навіть нічого такого необычного. А у тебе є якісь спортивні прикмети, забобони? Так, да, я перед гонками можу не бритися неділю. Це є. На фарт? Да, да, да. Щоб, можна як сказати, пруху не вибирати, а ставити з собою. А чи траплялися під час твоєї спортивної кар'єри якісь кумедні історії, кумедні випадки? Були случаї, коли в Норвегії не туди поїхали по кругу. Тобто проїхали лишній кілометр по трасі, потім виїжджаєш, смотриш номера, які стартували за тобою, їдуть впереді тебе, думаєш, як? Потім, ну, коли пересматривали, смотриш, а, не туди поїхали. Ну, були падіння, звісно, по трасі, тобто навіть во время соревнований на чемпіонаті світу. Було упало раз, що шапка слетіла, потім бігав по трасі і іскав після гонки. Да, було і таке. А чи думав ти колись над тим, що буде після того, коли ти закінчиш кар'єру? Такі мислі іноді посещають, але поки от бігаю, ближче ближайших 4 роки, думаю, буду бігати, готуватися на наступну Паралімпіаду, то пока не думал особо над этим. Ну, наверное, останусь, если получится, в сфере спорта. Буду, может быть, каким-то тренером. Буду также тренировать людей слабовидящих, как я, потому что я знаю, как, ну, как спортсмен, который прошел эту школу. То есть, наверное, буду знать уже, что делать, что нужно. Так что будет видно. Тобто, в будь-якому разі, як би там не склалася доля, із спортом ти зав'язувати не збираєшся? Нет. Я приблизно розумію, що ти зараз відповіси, але на всяк випадок я запитаю. Скажи мені, будь ласка, якою є твоя спортивна мрія? Ну, як у любого спортсмена, на Паралімпіаді золото. Гаразд. Для повного комплекту. Якщо ти візьмеш на наступній Паралімпіаді золото, куди ти будеш рости? До чого ти будеш прагнути? Ну, буду стремитися, щоб було 2 золота. Тобто, як будь-який спортсмен, буду старатися тримати планку, показувати вищий результат, щоб радувати наших болельщиків з України. А для чого тобі взагалі от перемога? Що для тебе перемога? Ну, у нас лозунг наш – це перемога в спорті, це перемога в житті. Так що, побідив в спорті, ти побіждаєш по житті. Тим більше, що зріння не дозволяє виконувати ті ж роботи, наприклад, як інші люди. Так що спорт дає ту мотивацію стремитися робити щось для людей, для страны нашей. Сейчас на Паралимпиаде мы посвящали первые свои медали воинам АТО, которые нас защищают. То есть, ну, потому что они стоят там, защищают нас, а мы, как бы, в свою очередь защищаем честь Украины на спортивных аренах. Зараз в Росії триває етап Кубку світу із біатлону. І наша збірна туди не поїхала. Як ти ставишся до таких рішень? Ну, я считаю это правильно, потому что у нас тоже в прошлом году был этап Кубка мира в Тюмени, мы тоже его пропускали в знак протеста. Я патриот нашей страны, так что я тоже поддерживаю, то есть нам туда ехать не нужно. Ти вже згадував про дружину, яка є твоїм найбільш палким вболівальником. Розкажи трохи про свою родину, про свою дружину. Ми з нею познайомились після прошлої Паралімпіади. Весною, коли у мене був відпуск,
нас познакомила на то время еще просто моя и ее, а это ее сестра, а моя на то время хорошая знакомая была. Она нас познакомила, теперь она на данный момент наша кума. У нас родилась дочь, и она стала кумой. Вот она нас познакомила тогда. И вот мы так и живем теперь. Дружина теж спортсмен? Нет. Она у меня бухгалтер-экономист. А тут ну, в ней звичайна профессия. Да, у нее, да, обычная профессия, а тут я спортсмен. Ну, поначалу ей было, конечно, непривычно, что я уезжаю. Ну, я, когда мы еще встречались, думаю, ну, если я буду уезжать, то вдруг ничего не получится у нас. Ну, ничего, она ждала, терпела. Потом так прошло 2 года. Я понял, что она, ну, все равно будет со мной, ждет меня постоянно. Думаю, все, это значит мое. Надо останавливаться. И предложил ей руку сердца, и теперь живем. Кто у вас дома головный? Ну, наверное, вдвоем. Но она ко мне прислушивается, я к ней. Ты дома ей допомагаешь? Да, когда я дома, стараюсь всем помогать, так как когда меня нету, она все делает сама. Вона тебе не ревнует, добрый хлопец? Не. Она понимает, что многие там пишут, поддерживают, интересуются, как, где мы, что мы. То есть, ну, многим интересна жизнь наша. Ну, не ревнует, нормально относится, все понимает. Якими є твої уподобання або хобі, окрім спорту? Хотел бы сказать путешествие, но спорт – это тоже путешествие, потому что посещаю много стран. Так что совмещаю как бы 2 в 1. То есть, ну, музыку еще люблю. Что ты зазвичай слушаешь? Рамштайн, Дисторбет, то есть, ну, тяжелая музыка. Ну, хорошая музыка. У тебя есть шкідливі звички? Там, наверное, нет. Ну, я не пью, не курю, так что веду здоровый образ жизни. Что ж теперь с тобой делать? Ти емоційна людина? Я до того веду, що ти можеш заплакати? Ну, мабуть, було пару раз і то. А що тебе може змусити заплакати? Ну, я в спорті плакав 1 раз. Когда, ну как, не плакал, спустил слезу. Когда вот мы в Сочи в эстафете были 4-й, было на то время очень обидно. Потому что очень хотелось еще одну медаль взять. Да, пустил слезу туда. Знову ж таки, якщо зараз цитувати Бьорн Далена, коли цього запитали, що для вас найбільш жахливе, він каже, найбільш жахливо – це займати 4-е місце. Да, у меня даже вот сейчас в Корее были, в Пьончхане, 4-е место тоже было. До 3-го 7 секунд. Да, обидно, конечно, но так как спортсмен, то есть, ну, я понимаю, что на паралимпиадах, на крупных соревнованиях каждый стремится выиграть. И приходится среди всех показывать и доказывать каждый раз, что ты лучше. Не всегда, конечно, получается. Это понятно. Даже у самого Бьордалена не всегда это получается. А что ты наибольше ценуешь у людях? Я? Честность – это, наверное, прежде всего. Если человек честен, значит, он плохого тебе уже не сделает, не скажет. А что тебя у людей дратует? Не знаю, наверное, двуличие, когда за спиной начинают что-то рассказывать, а тебе в лицо улыбаются. То есть, ну, были тоже такие случаи. То есть, когда ты в спорте, то разные ситуации бывают, и разные люди попадаются. То есть, и такое бывает. То есть, вот такие вот люди, я не знаю, стараюсь с ними потом меньше общаться, обходить их стороной, потому что я понимаю, что сегодня не такие, а завтра они будут совсем другие с тобой. Тебя колись зраджували? Да, наверное, нет. Просто я добрый человек, я прощаю, забываю, так что не могу даже вспомнить. Наверное, нет. Так, чтобы запомнилось на всю жизнь. А что для тебя в жизни є найголовнішим? Найголовнішим? Это моя, наверное, семья и то, чем я занимаюсь, это спорт. Это вот 2 на тот момент главных для меня фактора, которым я дорожу і ціню їх. Ти можеш назвати себе щасливою людиною? На даний момент – да. Я щасливий чоловік, так як у мене є, можна сказати, все, що я хотів би в цій житті. У тебе є життєве гасло? Перемога в спорті, перемога в житті. Та я от цим зараз живу гаслом. Так що воно мені дає якісь сили, заряд. Bronze medalist representing Ukraine and his guide. 동메달 우크라이나 아나톨리
Хубанєвський, Кайд Олександру Мушин. Відомий американський тенісист Андре Агасі колись сказав: «Уміння перемагати не суттєво, треба вміти програвати». Я завжди робив це із веселою посмішкою. Я бажаю вам у житті лише перемог, але якщо навіть життя зненацька нанесе вам удар, тримайтеся. Ви дивились «Життєві історії». Я Василь Звєрєв. Сьогодні моїм співрозмовником став призер Паралімпійських ігор з біатлону, чемпіон світу Анатолій Ковалевський. Дякую за участь у програмі. Спасибо вам. Всім болельщикам хочу передати привіт від мене, Анатолія Ковалевського. Так як, будучи в Кореї, наша команда, ми всі чувствовали підтримку. Нам многие писали, дзвонили. Тобто це було дуже приємно. Наверное, із-за того ми показали такий результат хороший. Тому що чувствовалась хороша підтримка з України.